Че ты за мной-то бежишь? Ну почему я? Ну нет, я хочу жить! Я хочу жить, пожалуйста! Ай, блин, ну что тебе надо, а? Я медведь! Ну вам всем хана! А перед просмотром этого видео у меня для вас проверка на настоящего бро. Если ты бро, поставь лайк за 3 секунды и напиши комментарий хэштег «Я бро». Раз, два, три. Погнали дальше. Я видео? Да, ты видео, чувак. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем проходить с вами... Как проходить? Нет, это игра без прохождения. Мы продолжаем играть с вами в игру под названием Bear. Медведь. В общем, на этот раз... Прягни, если да. Прягни. Окей, я прягнул. В общем, на этот раз я собираюсь стать медведем. А ты хочешь быть медведем? Блин, куда ты делся? Я тебя потерял. Ладно, короче. Давайте попробуем сегодня поиграем за медведя. Если получится, конечно. Надеюсь, что у меня получится. Погнали. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Фламинго Феррелли, я снимаю. Также Уганда Ред. Да, ребят, мы, короче, видео. Надеюсь, что я сейчас... Блин, я выжился, да почему? Опять я выживальщик, ладно, окей. Окей, ну, я думаю, что мне удастся хотя бы... решить пазлы. О май гад, блин, ненавижу эту локацию, ненавижу. Тут эти коридоры страшные. Ладно, побежали, ищем, нам надо разгадать все пазлы. Так, тут что у нас? Ой, я забыл, что у меня бег. Блин, я держал shift. Так, тут надо... А, во, я нашел один пазл. Давайте быстрее, ребятки, решаем пазл. Так, что тут? Давай, вот. Давай. Так, что это? Это что такое было? Блин, страшно. Ладно, я решаю. Так, решили. Давай, Уганда. Уганда, решай, пожалуйста. А, вот еще один красненький остался. Есть, отлично. Все, решили. Так, сколько у нас пазл? Один разгаданный пазл. Сейчас медведь здесь где-нибудь будет, по-любому. Вот он черный. Пипец, он черный. Валим. Вы видали, какой он черный? Это жестко, я такого еще не видел. Так, тут что? Блин, тут нету никаких пазл. Ладно, валим отсюда. Где он там? Блин, какая же это страшная и жуткая игра. Так, давай вниз, может? Нет, вниз не пойдем. Ладно, пошли здесь. Пошли наверх. Так, ух. Так, тут что? Что? Что здесь? Курио? Это что значит? Курио? О май гад, что это? Что это? Что за звуки? Так, ладно. О, еще один пазл. Пошли решать, быстрее, Уганда. Пошли, давай. Есть, отлично. Так, есть. Дальше, кликаем, быстрее, кликай. Так, сколько? Все, решили? Да, отлично. Так, пошли дальше. Сколько? 2 из 4. Блин, только мы решаем. Где остальные? Че остальные-то не решают? Блин, что это за локация, а? Это вообще фиг пойми, лабиринт какой-то. Так, ладно, тут ничего нету вроде бы. Тут тоже ничего не так. Где это он орёт? Так, да иди нафиг, а. Хватит орать. Так, это что такое? А что это? Что за... А какой-то цвет надо выставить, видимо. А! Смотри, зеленый, красный. Зеленый, красный. Подожди. Блин, как это делать? Зеленый, красный. Так, наверное, нет? Блин, я фиг знаю. А где еще цвет-то взять? Зеленый, красный. Подожди. Так, красный. Последний надо что-то другое. Ой, страшно. Блин, пожалуйста, зеленый, красный, зеленый, нет? Синий. О, какой фиолетовый, черный, я фиг знает, где эти цвета-то взять. Где он орёт? Побежали. Ран. Блин, валим. Он за мной бежит. Да блин, да отстань от меня, ну пожалуйста. Ну чё ж тебе надо-то, а? Иди нафиг. Ой, я спрячусь.
ситуация-то, а? Паренек, ну отстань, какой же ты страшный, какой же ты черный. Блин, ай-яй, он меня убил. Вот гаденыш. Ладно. Так, что, еще два выживших, давай понаблюдаем. Так, ну не спрятай. О, молодец, Уганда. Уганда Рэд выживает. Уганда, давай, блин, во, когда в спектакле, смотри, все видно. Вот так классно. А когда ты играешь за персонажа, то, ну, то нифига не видно. Я не понял, как этот квест решить, что там надо? Красный, зеленый, что-то там. Зеленый, красный, красный. Где эти цвета так брать? О, сыр нашел. Бери сыр. Бери сыр, вот. Неси, это еще один квест, который надо решить. Это надо сыр отнести этому медведю. Так, где-то там есть комната с медведем. Ему надо сыр отнести. Давай, Уганда, неси ему. Зачем ты тратишь бег? Так, я смотрю по сторонам. Вроде бы нету медведя, я не вижу, по крайней мере. Сколько выживших? Да, он не может найти. Похоже, мы сейчас выиграем. Похоже, мы выиграем. Да, вот еще. Есть, отлично. Мы выиграли. Окей. Давайте меня медведь. Да нет, опять я выживший. Ну что ж такое-то? Блин, да когда я буду медведем? Ну что такое? Блин, я хочу быть медведем. О, ребята. Ребята, что вы тут? Пошлите искать. Пошли искать. Пошли искать квесты. Вот сюда, наверное, надо, где вот этот дом. Ой, я нашел. Нашел один квест. Ребят, пошли разгадываем. Помогите мне быстрее, тут палочки надо эти, передвигалочки. Палочки-передвигалочки решить. А что с кнопками-то? Что такое? Блин, я напугался, я думал, уже медведь рядом. Давай, палочки быстрее. А, это он убивает, видимо, да? Да он убивает, да? Он пятерых? Или он двоих? Не, он двоих убил. Так, палочки решили, отлично. Палочки решили. Вот это что? Что с этим пятном? Медведь! Валим! Он за мной увязался! Да блин, что тебе надо? Что ты за мной-то бежишь? Ну почему я? Ну нет, я хочу жить! Я хочу жить, пожалуйста! Ай, блин, ну что тебе надо, а? Ченел! Нет, Ченел убили! Все, пипец! Так, это орёт эта штука, типа мне принеси... Вон там бы... Вон двое! А как два? Два медведя откуда? Как это два медведя? Серьезно, это как так? Фламинго и... А как они два медведя-то были? Я чуть не понял. Блин, 33% шанс, что я стану медведем. Ну пожалуйста. Я ни разу не был... Ты медведь! Я медведь! Я медведь! Ну вам всем хана. Вам хана, ребятушки. Значит, все так, ясно. Я должен дотронуться до них. Я должен до них дотронуться. Так, окей. Я люблю дотрагиваться до всяких маленьких. Так, сюда сыр, да, принесите мне сыр, говорит. Так, где же вы, маленькие проказники, а? Покажитесь. Дядя Миша, дядя Фредди хочет с вами поиграть. Покажите мне свои лапки. Вы где, ребятюшки? Ченел? Ты где? Где вы все, ребята? Выйдите и пожалейте, погладьте Мишку. Пожалуйста. Но где же вы? Где же вы, проказники? Так, 5 минут, а мне надо 7 уничтожить. Так, сюда сыр. Тут где-то должен пазл быть. Какой-то... Да, вот пазл здесь один есть. Так, давайте. Давайте, проказники, где вы? Покажитесь, идите сюда. Мне кажется, я по кругу бегаю, а? Погладьте Мишку, пожалейте. Пожалейте Мишечку. Эй, ребятки. Вот, привет, Белок. Белок, привет. Все вы здесь, да? Идите сюда. Идите к дяде Максиму. Идите к Мишечке. Милочек, иди сюда. Милок, мой беленький, мой маленький дружочек. Нет, Ченел, куда ты поскакал, дорогой?
перестань скакать. Я знаю, что ты устал уже. Вот, отлично, молодец. Доскакался. Ой, куда же вы разбегаетесь, а? Милочек, белок, иди сюда, бельчонок ты мой. Иди сюда, да хватит бегать, ты же знаешь, от судьбы не убежишь, белок. Не убежишь, говорю, белок. Перестань скакать, все, отлично. Отлично, милочек, белочек. Так. Ага, я вас слышу. Привет. Привет. Здорово. Я дотронулся, как ты ожил? О, привет, как тебя там? Я забыл. Как твой ник? Забыл, чувак. Как у него ник? Блин, я не вижу. Да хватит убегать, иди сюда. Ты же мой друг, ну, пожалуйста, погладь медвежонка, ну. Куда ты бежишь? Зачем ты убегаешь от меня? Хватит убегать. Ты не убежишь. Хватит. Хватит, говорю. Хватит бежать. Погладь медведя. Иди ко мне. Иди ко мне, мой маленький дружочек. Хватит. Да хватит бегать кругами. Ты посмотри, что он творит, а. Да хватит. Ты же не убежишь. Ты же знаешь это. Вот. До свидули. Отлично. А где вы? Слушайте, нет? Они еще не один пазл, ребят, не отгадали. И вы мои маленькие карапузики, идите сюда. Они где-то стоят, они где-то затаились. Маленькие мои малышки, вы где, ребятюшки? Ну, покажитесь, ребятушки. Где они? Куда они делись? Они спрятались, да? Ага. Так, тут пазл какой-то есть, но никто не хочет его, видимо, разгадывать. Я понял, они боятся, они... В углу все зажали. Так, там кто-то прошел мимо этой машины. Да? Эй, что ты хочешь? Блин, у меня минута остается, да где вы? Где вы, гаденыши? Покажитесь. Что ж такое? Я никого найти не могу, это... Они где-то здесь. Я слышу их, они вот тут, где-то за этой стеночкой. Бегают. Маленькие мои бельчата. Хватит бегать. Хватит. Где вы бегаете, ребятушки? Где они бегают, блин? Или это я собственные шаги слышу 50 секунд? Где вы, бельчата? Бельчата мои, вы где? Ну же, покажитесь. Вот. Привет, дорогой. Да как я же его вот задел только что? Как должен был я до него дотронуться? Я его задел прям вообще. Вот, все, умри. Отлично, еще двое осталось. Ну, где же вы? У меня уже кашель начинается на нервной почве, блин. Пожалуйста, покажитесь. Где вы, малютки? Где вы? В ящички залезли, да? Прятались. Плохо, что этот медведь сквозь стенки не видит нифига. Ну, с другой стороны, это так бы не было бы... Не было бы интересно играть, если бы у него был этот, как он называется, который через стены видит. Блин, да что такое? Неужели я не найду? Ну, блин, так нечестно. Ладно, цвета нашел. один пазл решили они. Что-то тут пишет. Че, в смысле нечестно? Привет, Фанни. Да привет, все честно, я всех выиграл, честно. Эх, отписка, да пофигу, отписывайтесь. Это игра всего лишь. Ну что ж, ребят, вот такая вот сегодня получилась игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А был Максим, и я сегодня был грозным медведем. Да, к сожалению, не удалось мне, конечно, выиграть. Жалко. Ну, я, по крайней мере, попробовал, посмотрел, каково это быть страшным, пушистым и в то же время опасным и очень коварным мишкой. Фредди, не знаю. Ладно, так, это что такое? Какая-то новая локация, давайте проверим, сколько у меня шанс. Блин, шанс 6%, что я стану медведем, это нереально. Значит, я уже не стану. Окей. Ну, хотя бы я просто посмотрю, кто я. Да, я просто выживший. Ладно, все, ребятки, всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.